Доброго ранку, мої спортивні глядачі. Активно починаємо день, але сьогодні дівчата можуть відпочити, бо займатися будуть чоловіки. Унікальний комплекс вправ підготував наш тренер Руслан Огар. Руслан Огар – тренер першої категорії з кросфіту, призер чемпіонату Європи з гирьового спорту, професійний кросфіт-атлет. Доброго ранку вам. Доброе утро. Сьогодні покажу комплекс упражнений для людей, у которых, примеру, нету возможности заниматься в зале. Сегодня мы сделаем обычное подтягивание. Это многосуставное упражнение, которое задействует локтевой сустав, плечевой сустав, а также хорошо развивает плечевой пояс. Данным упражнением вы можете потренировать мышцы бицепса, дельтовидные и широчайшие. Сейчас я вам продемонстрирую, как выполнять. Это был правильный вариант подтягиваний, а сейчас я вам продемонстрирую самые распространенные ошибки. Первое – это раковые подтягивания, которые за собой ничего не ведут. И вторая ошибка – это когда вы не дотягиваете или не доопускаете, нагружая при этом суставы. Исходя из ошибок, можно сказать, что у вас недостаточно опыта для подтягиваний, а также силы. Поэтому я вам покажу подводящие упражнения для подтягивания. В своих тренировках я подтягивания использую довольно-таки часто, и существует много вариантов их выполнения, количество повторений и подходов. Для неподготовленных, это для тех, которые подтягиваются мало, не стоит гнаться за большим количеством повторений, потому что это травмоопасно. Начинаем где-то 2, 4, 6 подтягиваний, это считается уровень неподготовленных. 4, 5, 6 подходов, то есть немного, потому что можно травмировать руки. А если вы подтягиваться не умеете, используем данную резинку. Ошибки вы в подтягиваниях знаете, занимайтесь и развивайтесь правильно.